Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я решила, если я не видела своими глазами измены, не знаю точно была или нет, можно ли верить словам, что была, когда человек говорит то одно, то другое. То лучше закрыть эту тему раз и навсегда и наладить отношения. Ну, в принципе, это неплохая, наверное, идея. Стоит только поправкой, что сами эти разговоры и сама эта тема, если она волнует, допустим, вас, да, то это означает ряд некоторых таких неприятных нюансов, ну, вот, в частности, например, то, что ваши отношения, по-видимому, переживают некоторые трудности, то есть, ну, грубо говоря, вы можете не чувствовать себя как-то, ну, как-то комфортно в отношениях, да, вы можете чувствовать, что там, допустим, не реализуетесь вот в полной мере в отношениях. Вы можете чувствовать, что вам не совсем, ну, не совсем комфортно в отношениях, опять же, вот. То есть, если эта тема как-то всплыла, то это говорит о наличии проблем, в первую очередь. И, как я думаю, просто вот некая такая, знаете, позиция страуса здесь не совсем сработает, как я думаю. Потому что, ну да, вы можете сделать вид, что ничего не было, но проблема в отношениях, если они есть, проблема в отношениях, если они есть, к сожалению, как я думаю, никуда не уйдут. Вот. Поэтому, на мой взгляд, действительно нужно сделать анализ ваших отношений, вот, для того, чтобы понять, вот, где, как бы, проблемы, да, и вот в той или иной степени, ну, как-то вот подкорректировать это, да, вот, для того, чтобы вы могли максимально полно, да, ну, допустим, значит, для себя как-то вот развиваться и реализовываться во взаимодействии с человеком. Вот. Я думаю, что какая-то вот тут такая история. Поэтому, да, с одной стороны, вы, может быть, правы, вот, в том, что хотели бы как-то дистанцироваться. Вот.
опять с другой стороны, ну вот, нужно работать над отношениями и нужно работать с тем, как вообще вы пришли, например, вот к этой идее, да, вообще к идее, к теме, насчет ревности, да, потому что появляется она не случайно. Вот, появляется она, в частности, когда у людей недостаточно общего, ну, вот, между ними, вот, когда люди там воспринимают друг друга как некий такой, если можно так выразиться, предмет, вот, то есть это некое такое получается опредмечивание человека. Вот, и, естественно, ну, ничего хорошего из этого не получится. А вот, ну, условно, да, там, убрав вот эту тему, да, там, тему ревности, вот, вы, ну, на мой взгляд, можете же переключиться, там, допустим, вы можете переключиться, ну, на какую-то другую тему, вот, понимаете? А, в принципе, ну, довольно легко вы можете это сделать, как мне кажется, вот. Поэтому, вот, это очень, конечно, в этом смысле решение такое, знаете, малоэффективное, на мой взгляд, повторюсь, вот, на мой взгляд, это малоэффективное решение, потому что оно не решает, ну, ключевой проблемы, вот, между вами, например, вот, и не помогает это решение там чувствовать лучше вот каждому из вас. Как доказать мужчине, что не старый он для меня, я его воспринимаю таким, как он есть, а то вбил в голову, что старый, что мне нужно искать другого. Ответ никак. Никак, потому что это проблема мужчины. И, в общем-то, это не просто проблема мужчины, а это выгодно такая проблематика мужчины, потому что он может вот, ну, под это, а он может, там, грубо говоря, ну, позволять себе какие-то вещи, да? Вот. Что я имею в виду, да, допустим? Он может, вот, к примеру, не брать ответственность на себя, да, за отношения. Он может, ну, как-то, вот, знаете, там, манипулировать, да, допустим. Вот. А он может манипулировать этим и как-то использовать, вот, эту ситуацию, ну, для себя, каким-то образом. Вот. Поэтому вам, лично вам, это не исправить. Это может сделать только сам человек. Напротив, убеждая мужчину, ну вот,
в чем-то, вот, ну, пытаясь его убедить, а вы, в общем-то, не делаете ничего хорошего себе и ему. Тоже ничего хорошего вы не делаете. А вот, потому что сохраняется внимание. А какое-то внимание сохраняется к аспекту, вот этому, ну, например, да, аспект возраста. И предпосылок для того, чтобы человек перестал на это обращать внимание, не создается. Вот. Кроме этого, на мой взгляд, взаимодействие, где нужно что-то доказывать, да, взаимодействие, где нужно переубеждать человека, ну, в чем-то, вот, не кажется мне какими-то, опять же, качественными, да, не кажется мне такие отношения, ну, знаете, как корректными, да, и, что называется, витальными для партнеров, потому что, ну, они направлены на какую-то борьбу, вот, и я в этом не вижу ничего позитивного. И вот, ну, надеюсь, что вот, надеюсь, что вы тоже вот к этой мысли, да, какой-то присмотритесь. Вот. Вот такая вот история. Кроме того, здесь ведь еще есть такой довольно важный, как мне кажется, момент, связанный с тем, что человек просто может избегать близости с вами, отношений с вами. Вот. Просто избегать, понимаете, вот. И, опять же, на мой взгляд, в этом, ну, эту проблему, его проблему, да, вы не решите, вот. Потому что, ну, его проблема, это его проблема. Она не решается другим человеком. Вот. Мужчине нужно, на мой взгляд, именно вот что захотеть решить эту проблему. А пока, ну, я бы не сказал, что он прям особенно хочет. Вот. Пока я бы сказал, что, ну, у него есть вы, и ну, пока вы убеждаете его, да, пока вы вот стремитесь к тому, чтобы убедить его, пока вы стремитесь к тому, чтобы переубедить его, потому что он говорит, да, я не думаю, что что ситуация, ну, как-то будет улучшаться.
Поэтому тут я могу вам тут в этом смысле я могу вам сказать только то, что крайне вредно брать ответственность на себя за проблемы другого человека. Крайне вредно это делать. Вот. И могу вам здесь порекомендовать работу с личными границами для того, чтобы все-таки вы отделяли себя от, ну, от человека. Вот. Потому что в противном случае вы имеете риск раствориться в нем. Вот. Ну, на мой взгляд, вы имеете риск раствориться в нем. И, ну, опять же, вот, ничего как бы, ну, ничего хорошего в этой ситуации для вас не будет. Вот. Какая-то такая история. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Я хочу, ну, пожелать вам удачи, всего самого доброго. Вот. И хотел бы сказать, ну, чтобы вы не откладывали, да, и чтобы вы вот, выбрали себе эксперта. Вот, и начали работу над собой, да, начали психотерапию. Вот, потому что это в данном случае лучше, что вы можете для себя сделать. Вот. Естественно, если вы хотите, да, если вы считаете, ну, что вам это нужно. Удачи, обращайтесь.